У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Эти строки знает, пожалуй, каждый ребенок в нашей стране. День рождения автора, известного на весь мир поэта Александра Сергеевича Пушкина. Любимые с детства сказки, а жили вместе с их героями. В путь по страницам пушкинских книг отправились ребята летнего лагеря при школе номер 6. Викторины, конкурсы и загадки от вожатых помогли пятиклассникам узнать много нового о поэте и его произведениях. И сейчас вот вы побывали на большом мероприятии, которое у нас называется «Там на неведомых дорожках», где дети повторили не только биографию Александра Сергеевича Пушкина, но и вспомнили его замечательные сказки, которые, наверное, для каждого человека являются бесценной в его жизни и в становлении воспитания личности каждого ребенка. Тем временем в сквере Карамзина воспитанники лагеря при первой гимназии вместе с дошколятами рассказывали известные стихотворения автора. Наведанных дорожках и наведанных медведей. Избушка там на кое-как. К празднику присоединились и студенты. Специально для горожан ребята организовали акцию «Сказки на асфальте». Любой желающий мог ставить пропущенные слова в знаменитых произведениях Пушкина, которые были написаны на асфальте. После того, как ребята закончат писать отрывок из сказки Пушкина, они будут предлагать горожанам и гостям города Ульяновска продолжить сказку. И одновременно с этим будут объяснять значение пропущенных слов. Каждое из мероприятий приурочено к третьему городскому фестивалю «Пушкин в городе У», который продлится до 10 июня. Присоединиться к нему можно в любой день. Расписание мероприятий можно узнать на сайте Министерства искусства и культурной политики. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.